Всем привет, давно не виделись. Сегодня рассмотрим три флейты. Первая из них — это флейта фа диез. Вот так она выглядит. У нее очень тонкий, нежный, изысканный звук. Сначала, как всегда, я вам поиграю без эффектов, потом с эффектами. Это было фа диез. Следующая на очереди у нас вот такая флейта в тональности соль. Давайте послушаем. Ну и оставшаяся флейта в тональности си бемоль. Вот такая она небольшая. Звучит тонко, но красиво. Thank you.
Ну, давайте на этой флейте соль рассмотрим некоторые приемы. Ну, во-первых, первым делом нужно сказать, что в флейте иногда собирается конденсат. Некоторые люди, которые купили у меня флейту, задавали вопрос, я им делал ссылки на прошлые мои видео. Ну, чтобы как-то обновлять, в этом видео тоже расскажу, как это делать, как избавиться от конденсата. Во-первых, у многих флейт съемный мундштук. Он на уплотнительной ленте сидит достаточно плотно, но вытаскивается. Можно просто вытереть конденсат, который собирается вот здесь, и вставить мундштук обратно. Вот. Есть второй способ, более быстрый, более простой. Вот этот свисточек, он разрезает воздух, когда вы дуете флейту. Это отдельный вопрос, кстати, в эту флейту нужно не дуть, а дышать, еле-еле подавать воздух. Некоторые чуть сильнее, некоторые слабее, но нельзя сказать, что вы дуете, вы туда дышите, выдыхаете. Слабый поток воздуха. Вот. Так вот, когда вы дышите, там собирается конденсат. Нужно, давайте я поближе покажу, закрыть вот это вот лезвие немножко пальцем. Это нужно для того, когда вы, для того, чтобы когда вы сильно будете пускать сюда воздух, чтобы не было звука пищащего. Вот отсюда будет выходить жидкость. Она здесь собирается, в этом каналчике. Делается это так. Прикрыли лезвие и думали. Все, влага ушла, можно играть дальше. Теперь как на ней играть? Любая флейта Пимак — это пентатоника. Проще всего играть на таких флейтах, в которых не 6, а 5 отверстий. 6 отверстий, у меня сейчас с собой такой нет, не могу показать. 6 отверстий во флейте, 6 отверстие делается здесь. Ничем особо оно не отличается от флейты, у которой 5 отверстий. Только тем, что вы можете играть в миноре и в мажоре. То есть у вас для увеличения возможности этой флейты делается еще одно отверстие. А так, чтобы играть обычную пентатонику, достаточно 5. Все ноты созвучны друг с другом. А самая низкая – это когда все отверстия закрыты. В данном случае это соль. И та же соль, только следующая повышенная октава, когда все отверстия открыты. То есть вот так это выглядит. В этой флейте не нужно открывать отверстия вот таким образом. Вот одно это, либо одно это, либо одно это, либо два. Все отверстия, все звуки извлекаются поочередным открыванием отверстий. То есть ключевая нота у нас здесь соль. Дальше следующий звук. Вы открываете шестое отверстие. Следующий звук открываете пятое. Потом четвертое. Третье. Это не шестое, это пятое было. Пятое, четвертое, третье, второе, первое. Первое открываете, получаете ключевую ноту в повышенной тональности. Так вот, 5 отверстий. Звуки извлекаются поочередным открыванием отверстий. Все мелодии вы комбинируете, исходя из этого правила. То есть видите, да, я не открываю вот это отдельно, вот это, все идет по очереди. Вот так. Есть такой прием, сейчас мы плавно перешли к приемам, называется поглаживание. Вот как это звучит.
Также есть прием постукивания. Так, еще я использую при переходе с ноты на ноту, я все время, ну не все время, но довольно часто приоткрываю немножко второе отверстие. Вот так вот. Сейчас покажу, как это звучит медленно, потом быстро. Как бы такое повизгивание, что ли, я не знаю, как это назвать. Быстро получается вот так. Потом можно обрывать звук, когда вы играете. Как бы такая концовка, она уходит в такой фальцет, высокий звук. Сейчас вам покажу. Ну, тут хорошо видно, что я делаю. Открываю все отверстия одновременно и немножко усиливаю, так. Как бы подаю воздух, как бы остатки, то, что в легких остаются, выдуваю одним рывком, силой. Все время получается по-разному, непредсказуемо, но, в принципе, можно и предугадать, как это выйдет. Этот звук будет выше, если вы откроете все, немножко ниже, если вы откроете парочку отверстий, ну, низко, если одно. Давайте еще что-нибудь сыграю и будем заканчивать ролик. Вроде все рассказал, ничего не забыл. Если что, спрашивайте, я с радостью отвечу. На этом все. Всем удачных покупок. Пока, до новых встреч.